48-летняя актриса отдохнула на российском курорте. Екатерина Волкова призналась, что испытала непостижимое чувство. Звезда сериалов «Доктор Преображенский» и «Скорая помощь» отказалась покидать родную страну. Екатерина предпочла для отдыха Сочи. Артистка купалась в теплом Черном море, загорала и много ходила. Сегодня бывшая возлюбленная писателя Эдуарда Лимонова показала свою фигуру после 10-дневного отдыха на курорте. Волкова в красном купальнике встала во весь рост, опустила руки и с полуулыбкой посмотрела в объектив камеры. А море, море. Чувство из детства чего-то необъятного и непостижимого. Перед отъездом купила яркий купальник, пояснила Екатерина. Поклонники телезвезды поблагодарили ее за приобщение к морю и отметили красивую фигуру актрисы. «Невероятно красивая вы. И невероятно красивый, вам очень идущий купальник. Как мы счастливы и рады, что вы отдыхаете, кайфуете. Глаза блестят. Смотришь, и тоже хочется на море, Екатерина Юрьевна, полностью с вами согласна. Море – это что-то нереальное и непостижимое», – написали фанаты. Волкова недавно стала бабушкой. Ее старшая дочь Валерия, живущая в немецком Марбурге, родила сына. Малыша назвали Тимофеем. У актрисы и певицы также есть двое детей от Эдуарда Лимонова, дочь Александра и сын Богдан. В сериале «Скорая помощь» Екатерина сыграла главврача СМП номер 58 город Москвы. Ольга Арефьева влюбляется в медика Петра Рыкова и выходит за него замуж. Осенью на экраны должен выйти пятый сезон этого популярного у телезрителей сериала.